Всем здорово, с вами Ялыч. Окей, что ж, в сегодняшнем ролике мы вместе с Доми решили поиграть со снайперкой Мандалорца. И на момент записи этого ролика, еще в начале сезона, я впервые ее раздобыл и понял, что она действительно имбовая, классная снайперка. Что ж, я желаю вам приятного просмотра, обязательно смотрите видос до конца, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали, обязательно подписывайтесь. Жмите вот эту кнопочку. Ну и, конечно же, вписывайте код вашего любимого автора в магазине предметов Fortnite. Вот он код! Обновляйте его каждые 2 недели, как вот эти ребята. Присылайте свои скриншоты покупок в специальный чат в Дискорде. И всем приятного просмотра! Погнали! Всем привет, друзья! Привет, друзья! С вами Мифик Доми. Мифик Ял с вами. Мы идем забирать мифики. Сюда. Смотри, здесь упал мандалоец. Бэйби Йода, А, кстати, я не очень понял прикола. Вот за первый уровень батл пасса тебе дается скин мандалорца. И за сотый. Но в сотом он просто чуть-чуть темнее. Ну просто, ну в смысле не цветом кожи. Я сюда лечу. Смотри, мандалорец, вон он. Сейчас мы его... Ой. А куда ты приземлился? А где ты? Понятно. А, ты на тильты полетел? Я не знаю, у меня просто метка. Я думал, это твоя метка, а это моя была белая. Ладно, сейчас выживу и прилечу к тебе. Я тоже выживу и прилечу к тебе. Твою мать. Кто тебя стреляет? Да твою ж мать! Мандрарори. Я хочу. Чтоб ты меня целовала. Мы с тобою не пара. Блин, я мне впадло это вот это что-то лутаться, ходить, туда собирать ресы. Я хочу идти и бить мандрарорца! На тебе типа есть, да? Один остался вроде, он сейчас карточку заберет друга. Карточка друга. Может, на все у нас песни есть. Подожди, что лучше, тактикал или вот этот зеленый дробовик? Одного нокнул. Сейчас я приду. Катись. Там как? Ой, блин, не справился. Не получилось? Ладно, троих убил. Че ты брежешь? Ничего ты никого не убил. Я согласен. Вообще зашкерился, как крыса, испугался. Ну да, так. Как обычно. Как обычно. Шкера. Пошли, надо мандрагор. Мандрарорца. Это как это, как в Гарри Поттере вот это, мандрагора. Мандрагора, да, корень мандрагоры. Корень мандрагоры, да. Да беди. Мы идем искать мандрагору. Блин, я хочу коллабу Гарри Поттера с Фортнайтом. О, это было бы, кстати, имбово. И, в принципе, в тему. Это было бы просто максимальная имба. Я бы кайфанул. Палочкой бы... кому-нибудь. Да. Прикинь, палочку кому-нибудь. Волшебные палочки. Да, это было охеренно. Как я штыркнул в последней катке, так же и палочкой. Так, смотри аккуратно. У дупу. Ой, три раза по голове. Отлично. Так, я теперь эту штуку мандрагорскую себе беру. О, может рюкзачок взять? Бери. Он еще перемещает тебя вперед. Я как этот, я чувствую себя в батлфилде пятом, чувак. О, в пятом батлфилде же это. Да. Точнее, в первом. Вот это типа, да. О, все, что-то здесь. Типа здесь прям подо мной. Вон они. Да ёб! Да кот-то! С двух сторон! Одного нокнул, второго нокнул. Понятно, все, ладно. Я только урона получил! Да ну твою ж! Не меня! О-о-о. Реснули как раз, можно же было снайпнуть. Я даже этот момент пропустил. Так, ну, они реснулись, мне интересно, куда они пошли. Подо мной. Ага, вижу. А, это босс, или кто? Это карась, не карась, карась. Это карась. Штыркнешь? Попытаюсь. А, карась я его нокнул, блин, так, без штырка. А где второй? Где там внутри? Да, вижу, на мне. Я его штыркну. Все, штыркай. Где? О, внизу, если что, прикрываю. Он на тебя напал. Да. Все, он белый, штыркай. На, let's go. Хорош. Вот это штырканул просто взад. Еще на мне. А, не здесь. А, ну ломается, чел. Ну, о! Короче, снайп. Let's go. Хорош. Твою мать. На! Хорош. Это ты заштыркал? Да. Еще. Чисто заштыркал. Выкинь нас. Подо мной прям. Вышел. Перемещается, да?
Вот он на мне. А, не могу построиться. Фак, у меня нет хп. Да. Ладно, ты, он твой, я не знаю сейчас. Что, двое? Не, он один. Штырка, он... Да! Хорош. Да что? Я просто, знаешь, всех доштыркиваю в конце уже. Типа, ты хпшечку снимаешь, а я доштыркиваю. Новая тактика. Офигеть, я сколько я... Три типа штырканул. Еще один раз не попал, блин, как... Я не знаю, как будто я не штыркал ни разу. Я же штыркал, я умею штыркать. А, челик. Ох, твою дивизию меня съели. А, фак. Справа? Еще один справа, еще один на мне. Иду. Сейчас. А, залил одного. У меня нет хп, блин, у меня нет хп. А, блин, я тупанул. Как он так быстро? Он на импульске прилетел, походу, да? Но это было эпично, это было эпично. Я прям наштыркался знатно. Ты хочешь залезть на сферу в Фортнайте? Я очень хочу залезть на эту сферу. Слушай, значит, смотри, тебе тогда нужно сейчас раскрываться как-то и искать ламу. Лама нужна прям. Лама. Ага. Все, раскрываюсь, ищу. We need to find some llama. We need to find some llama. Давай, постарайся. Where are you? Даня подпевает. Мяу-мяу, мяу-мяу, хорошая кошка. Фак. Блин, я на... Ничего нет. Чуваки. Я тебе падла постреляю, ты смотри. Еще один, блин. А, вот. Сейчас я помогу. Ну, у меня не попадает ничего. У меня дробовик, все, найс. Это боты. Сейчас буду работать. Это боты какие-то. Они вроде в доме, челики, не? А я одного убил уже, а второй на мне. Ага, вот вижу его. Вышел. Сверху должен быть. Ага. Ой, да, мой мальчишка мой. Так, если у нас нет ламы, тогда мы должны сами ресурсы раздобыть, правильно я понимаю? Да. Нам бы по-хорошему мандалорца, блин. Да, 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 я тоже так подумал. Ой. Кто там? Дерево. Охота началась. Я на прицеле. Ух ты. Надо проверить, может, у мандалорец что-то есть? Или думаешь, забрали? Можно проверить. Но сейчас тут чел просто сверху нас чекает. Да, они чекают. По мне пытался попасть. Я же на камне. О, мандалорца не забрали, да, не забрали. Там тачка приехала. Сейчас челики его убьют. Да-да-да, они убили его. Сейчас чисто на камнях, чисто на камнях. Максимально. Давай камни максимально юзать. Да ну, чуваки. Ой-ой-ой-ой-ой, в мясо ему просто раскусил кабулочку. Один есть? Он пытается меня с этой. Блин, зона у нас. Отходи чуть-чуть левее, я не вижу его. Ну, я хп. Ага, вижу. Он ушел, он сдох. Домой. Он хотел откинуться. А ты первого чекнул? Я взял снайперку мандалорца. Супер, все, тогда погнали. И взял джетпак. А в зоне, блин, я так хочу, чтобы в зоне была сфера, она ей не будет. Да. Да ё-моё. Фак. Так, где чуваки? Ой, тут чуваки. О, перед тобой, да-да-да. Ой, они все в меня. Фак. Почти накосал. Ну как, почти убил, в смысле. Ой, белый. Куда? Улетели? Белый, на мне один. А, вижу. Убил? Да. А я второй убил. А-а-а! Он прилетел! Прилетел? Иду. Говнюк! Надо мной. Хорошо. Чё за... Он прилетел вообще без это, бесшумно, абсолютно. Как? Да. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Один хп, чел, один хп. Опять! The Dream, чувак. Ой, перед нами челики. Кушаю бинт. Одного нокнул. Вот тут. Понятно. Ой, он уходит. Ой, там еще типы. Блин, сбил армор. Разберешься там? Пытаюсь разобраться. Я в зону просто пойду. Я тоже. Ты сможешь добежать? Я тебе могу аптеку кинуть. Давай. А, не, у меня 20 хп. Нет? Мне надо сейчас. Фак. Блин. Я тебе сейчас возражу. О, фак. Я чуть не туда вылетел, ладно. 4 хп. Я хочу штыркать. Ты штыркальщик. Да, это мой звездный вот час штыркальщика. Я иду, блин, и слева, Вижу. Я его нокнул. Ух, хорошо, вот тут вот он. Вижу. А, фак, как не попал. Справа еще, да-да-да.
Goddamn. Ух, 110! Ой-ой-ой, хорошо видел. Сбил армор дальнего. Mm-hmm. Ближнего почти нокнул, у него белая. Я на штыркачах. Они вот здесь. Готов? Улетали. Они... да. А, чувак, нет. В голову дал. Одного нокнул. Хорош. Второго шляпнул. Есть. Хорош. Этот еще... у этого тиммейт есть, аккуратно. Я пьюсь. Что? Почему я не попал? Так, снял ТП. Угу. А он бот. А тут еще сзади нас. Это бот, походу. Да, это походу бот. О, на мне! Блин, что я выкинул случайно? Он на мне! А, убил его. Хорошо. Так, еще есть, еще есть, еще есть. Понял. Там на это резнули. О, они убежали за оранжевым. А, это 2 в 2, 2 в 2. Да-да. Они подо мной, надо мной. Ёп! Оу. О, 110 дал. Красавчик. Вкусно. Какому? Вот этому. На мне, он пьется. Армор. Хорош. А! Все, последний остался. Блин, я понял. Последнего можно. Все, штыркаю. Давай. Давай. Иди сюда. Ну, блин. Да я его киркой буду бить. Эй, окей. На тебе штырк. Хорош. Прямо в пачку. Дружеское объятие написали мне. О, Баря, блин, Баря экзотическая, глянь. У него? Да. Блин. Чувак. Чем мы раньше его не нашли? Идем в следующую катку. Давай. Идем в следующую катку и покупаем Барю. Я решился купить Барю, все. Решено. Ялыч покупает Барю. Смотрите в следующем видео.